40 миллионов рублей из областного бюджета пойдут на уборку снега в Новосибирске. Власти мегаполиса с очисткой улиц самостоятельно не справляются. Напомню, 7 декабря в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Это дает право использовать для уборки и вывоза снега деньги из резервного фонда. При этом губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий акцентировал, надо больше внимания уделять частному сектору, привлекать к расчистке сугробов бизнесменов, чтобы скорые и пожарные машины могли беспрепятственно приезжать на вызовы.